행운을 빕니다. 광물이 부족합니다. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? 아하, я понял. Так писал бы на транслите, ничего страшного. 광물 대출은 불가능합니다. Еще минералов, да, это жестко. 인구수가 막혔습니다. У Раф 50к матчей. Я думаю, у Рафа больше матчей, короче, на самом деле. Чем 50к. Опа. Круто то, что он за 50к матчей в целом свой стиль какой-то обрел, да, и им играет. Это, кстати, та штука, которую я всегда новичкам рассказываю, объясняю, что если вы пытаетесь изначально играть в свой стиль, у вас на это уйдет 50к матчей, чтобы, ну, более-менее целесообразно что-то делать. Вот, поэтому всегда сначала лучше, ну, вот базу какую-то научиться делать, а потом оттуда уже делать свой стиль. Намного быстрее получится. Прокси слон звучит очень серебряно, да. Короче, страта. Сейчас рассказываю. Страта называется логово слона. О, давайте. Сейчас буду учить вас ее делать. Короче, для логова слона нам нужен доброволец. Он, собственно, и станет логовом в последующем. Обязательно немножечко защиты. Так, ладно, доброволец, иди отсюда. Одну плетоньку. И этого из бункера, короче, надо достать будет. А то тут пройдоха, короче, я сел один. Пройдоху сейчас достанем. Пришел себе, дом построил у меня, короче, ну, во владениях. Это ж так не делается. Ну ладно. Он слишком хотел себе дом на моих владениях. Он его получил. Сейчас мне надо очень много газа. И, соответственно, как вы понимаете, это логово. Вот это будет логово слона. Оно у меня на отдельную контрольную группу будет идти. Вот, для слона нам нужно, естественно, куча газа. Так. Возможно, еще защита. Это будет челлендж. Это будет очень нелегко сейчас сыграть логово слона, короче. Возможно, даже уже мне газ и не надо столько. Придется вот тут адаптироваться. Так, все, мы заметили. Заметили ополчение. Боже, какой скан, да. Все, скан спалил. Нет, скан ничего не спалил, потому что, понимаешь,
У нас вот здесь вот логово слонов. То есть логово слонов у нас, оно скрыто, скрыто от всеобщего обозрения. Сейчас логово надо прогрейдить, короче, будет еще немножко. И в макрохату, наверное. Немножко газика. И все, и начинаем. Это у нас защита, короче, потому что у нас вся надежда на слонов. Так, поехали. Один слон, 200 газа. Там инквизиция опять идет проверить, как у нас дела, короче. Инквизиторы идут. Воровать хотят, слушай. Так, тем временем тут начинается новая эпоха развития событий. Ой, переделал оверов. Ладно, ничего. Че, будет он нападать или побоится? Давай. Стимпач. Стимпач. Так, он собрался микрить, походу. Он собрался микрить. У нас не выпускает, не выпускает. Его нет, симпак. Ну ты это точно не можешь утверждать, так что... Пока что не-не. Хорошо, у меня запасные оверы есть. Ух, ну что, подготовились? Было здесь, кстати, сделать. Так странно смотрится в таком проекции. Чем на зерге буду удивлять, здорово. Не знаю, но вот у нас новая страта называется, я говорю, логово слонов. То есть вот у нас три слона, они сейчас выйдут из своего логова и нападут из-под тишка. Скан за сканом, короче. Тераны на следующих пока будут. Сейчас за зерга поднимаемся. Не, он не ждет, он не ждет такого. Такой подлянки, механические слоны вышли. Не, ну танчики против мех слонов это не. Логово слона. Крушите, крушите. Смотрите, как все разлетаются, вообще эпик просто. Да будет битва. Ой-ой-ой. Не, ну мародеры, слушайте, сражаются. Потихонечку.
Ой, да, это было нормально.